Здравствуйте, друзья! У нас сегодня продолжение знакомства с четвертыми героями. Многострадальный такой долгий старт. Пришлось переигрывать первую миссию. Вчера, как вы помните, я пробовал очень много пробовал эту миссию пройти с теми героями, которые у меня были, низкоуровневыми. Герои были 18, 12, 7, еще один 12 уровня. Сейчас все 18. Раскачанные, самые разные. И давайте я все-таки помогу остальным. Сейчас вчетвером, наверное, будем. Погнали, давайте разбираться. И много-много разных заклинаний. То есть, по сути, у нас 4 человека. О, новые заклинания. Каменная кожа, 25. Ну, погнали. Не погнали. Надо было гнать. Не думал я, что они добегут. Но они добегают. Интересно, будет блокировать ее или нет? Да, будут блокировать. Умные гады. Но она, правда, сейчас оверкиллит, видите. Два раза должна была стрелять, выстрелила, с первого раза 8 человек убила. Вот поэтому лучше. Раз. 10-10. Такая халява. С прокачанными героями играть. На-на. И нам будет еще проще, потому что мы время не будем тратить. Сейчас соберем золото в 1-2 хода и сможем уже откупорить врагов. Я думаю, успею я или нет. Или мне подождать хотя бы денек на регенерацию, потому что мне остается... Терять время не хочется. Давайте разделимся. Оставим человека без маны, и он мало полезен будет. Пусть собирает золото. Да ладно, нет, нашли! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка. Блин, как же я... А если у нас опция справиться с ними? Убежали мы недалеко. Так. Ой, вообще, я, кажется, нашел тему, Михаил, молодец. Двумя героями сейчас разберемся. Молодец. О, хитро. Изи. Как же она поет, а? Проходим за денежку вперед. Это мы все проходили еще в первой попытке. Погнали. Крестьян, конечно, много, но они медленные. 100 баллист неприятно, безусловно. Слушайте, справился. Я справился. Да, здоровье на пределе, нервы тоже, но мы просто ворвались сразу же. Зелье выносливости собираем, поднимем частоты, опыт берем. Здесь разделяемся на перепутье, точнее возьмем сначала перемещение, а потом уже разделяемся. Кто-то идет собирать ресурсы и на разведочку. Погнали. Да, знакомые люди. Выставляем мясо, чтобы просто они подблочили выстрелы первые. Давай, точность. О, неплохо. Откуда отражение урона у нас? Если в игре все просто, то ты особо не напрягаешься. Вообще изи. С запасом с колоссальным. Так, ну уровень мы не получили. Берем клинок. Меч богов. Интересно, почему меч богов валяется посреди поля? Вы перевели взор на небо, думая, может, это легендарное оружие Дар Небес. Если так, то почему выбрали меня? Подумали вы, подбирая клинок. Что дает клинок? Да, артефакт усиливает атаку за счету героя в рукопашном на 3. Это фигня. Все армии героя носят на 50% больше урон. Это, конечно, халява. Похитить чары, заклинания можем выучить. Да. Давайте тогда возьмем еще один пак, но он гораздо проще, чем предыдущий. Тут я не вижу вообще никаких проблем пока что. Угу. Надо помогать периодически милишникам врываться. Да как так-то? Что ж ты не это самое? Не заблокировали. Хоть успели выстрелить до... Ну, пробуем.
Я не вижу вообще здесь проблем, если честно. То есть, ну совсем не вижу проблем. Кроме вот этих вот рандомных от блоков. В рукопашку пошла, бедолага. Изи. Жалко, левел не дали. Мы подошли к очередной башне Оракула и быстро ее обыскали. Это будет твое второе испытание, лорд Лиссандр, предупредил его Адамус, когда мы вошли. Надеюсь, оно не обойдется так дорого, как прошлое, сказал я. А, ну это мы читали. Принеси нам меч. А мы уже принесли. Лиссандр подошел один к алтарю и возложил на него могущественный меч богов. Я стоял снаружи вместе с другими, когда ворота со скрежетом распахнулись. Мой господин спустился по ступенькам со смешанными чувствами на лице. Он огляделся и увидел, что ворота открыты, и пожал плечами. «Адамус, как думаешь, сколько еще этих испытаний учинит мне Оракул Рассвета?» — спросил он. Священник ответил, «Если мои сведения верны, то еще два». «Тогда в путь!» Лиссандр вскочил на коня и возглавил отряд. «Вообще!» Подходим к Оракулу, там экспа. Но все равно опыта не дают. Но, опять же, все по плану. Тигров автобой не пробил бы. Ну, вот я... Вот, сука. Вот как неадекватно реагировать, блин, на чат? Автобой сейчас, хорошо. Автобой, быстрый бой. Пробил. А уровень все не дает. Ладно, заходим. Вы набрели на выщербленные ступени лестницы, уходящие во мрак. А во мраке том нейтральная армия и очень много, во-первых, прорицателей, которые даст экспы им. Бихолдеры, злобоглазы. Это у нас же смерть, да? Смерть. Не хотим ли мы 170 урона, а? Бах. Ну, не по всем, не по всем, Миш. Ну, видно же, что не по всем. Ну. Расстреливаем, расстреливаем. Дальше расстреливаем, расстреливаем. Расстреливаем, расстреливаем. Даже лечиться не будем, потому что... Ну, а чё? Он не убьёт же нас. А? Вот так вот. Изи. Александр Кот, Миш, какой смайл достаточно нетоксичный, чтобы им реагировать на риторические вопросы? Ай, там сразу крабов ставят. Ай, молодцы. Косарик опыта всем и левел ап! Так, внимательно выбираем. Давай. Это все? Надо по дороге где-нибудь взять или прекращать уже активно так кастовать. По крайней мере, этим магом. И снова повышение. Так, что ж тебе? Эффективность заклинаний, круга жизни 5. Да, тактика точно нужна. Странно, что они по одному... Хотя нет, не странно, они же... Нет, странно, что они не одновременно получают. Так, идем дальше. Я вижу еще одну заставу, это оракуловскую, видимо. Когда Лиссандр понес посох святого Рейнана в башню Оракула, выяснилось, что мы с Проэфой считаем, что наши уступки ради помощи прорицательнице слишком значительны. Да, этот посох таким лечебным свойствами обладает. Такими лечебными свойствами обладает, возмутился Проэфа. Ей-то что за блажь его у нас требовать? Мы бы с ним столько добра наворотить могли. Добра наворотить. Интересное сочетание. Лиссандр ответил, я намерен отдать его ей. Да почем же ты знаешь, может от этого оракула вообще никакого проку не будет? Прежде чем Лиссандр смог ответить, вмешался Адамус. Проэфа, замолчи, будь добр. Лорд Лиссандр не нуждается в советах такого рода. А может и нуждается, возразил Проэфа. В душе я поддерживал этого чревоугодника, но мне не хватило духу сказать вслух свое мнение. Я дал слово, когда начал свои поиски, и не изменю ему. А теперь иди, заткни свою жирную глотку куриной ногой и выпей на посошок. О настоящих посохах предоставь думать мне, выпалил Лиссандр.
Широкое лицо Проэфа стало совершенно красным. От его обычного веселья не осталось и следа. На мгновение мне показалось, что он бросится на моего господина. Если ты слишком упрям, чтобы признать свою большую ошибку, то, может быть, упрямство же помешает тебе признать, что этот Вортон действительно наследник Гриффонханта. Может, всем будет лучше, если ты уберешь свое высокомерное седалище с трона Палаэдры. Нормально, ответил Проэфа. Лиссандр сжал кулаки. Я мгновенно прыгнул вперед и схватил своего господина за руки. Адмус тоже встал перед огромной тушей Проэфа. Громила жрец слишком уважал своего учителя, чтобы уронить его на землю. Так или иначе, я отдам посох святого Райнена. Оракул, заявил Лиссандр. Нормально они там. На этот раз мы узнали башню Оракула с первого взгляда. Лиссандр приказал войскам остановиться на привал. «Эти испытания предназначены для меня», — сказал он. «Посему я пойду один. Я всегда один. Это может быть небезопасно». Я открыл было рот, чтобы поспорить, но мой господин передал мне поводья и велел присматривать за скакуном. Не в моих правилах было ослушиваться прямого приказа. Позже Лиссандр вышел из башни, нахмурившись, и немедленно позвал Адмуса. «Какой смысл во всем этом, Адмус? Теперь она хочет посох святого Реннана». А, это мы чуть раньше мы его подобрали. Видимо, сюда должны были прийти, а потом к посоху вернуться. Неважно. Священник чуть помедлил с ответом. «Ей одной ведомо значение этих испытаний. Полагаю, она не желает говорить с кем-либо, кто не способен расстаться с могуществом вещей, таких как посох святого Реннана». «Я и не мальчик на посылках, Адамус. У меня нет времени на эту беготню по округе». Зло выпалил Лиссандр и стремительно удалился. Искать посох, очевидно. И снова Лиссандр вошел в башню Оракула один, после того, как Проэфа отошел покурить в тишине. Я стоял снаружи, в нетерпении ожидая, каково будет следующее испытание Оракула. И тут башня растаяла, как зыбкое сновидение, и Лиссандр остался стоять в совершенном одиночестве. Он оглянулся через плечо. Наши глаза встретились. О, опять вот эти вот темы. «Освободи меня!» — выкрикнул он. И было в его голосе что-то неладное, что именно я затруднился определить. А затем его охватило пламя. Кажется, я вскрикнул и рванул вперед, на ходу стягивая свой плащ. Лиссандр бился в агонии, хлопая руками по пламени, объявшему его кожу. Это было ужасно. Наконец я добежал до него и толкнул плечом, свалив на землю. Я накрыл плащом его скорчившееся тело. Огонь обжигал мне руки. Я не чувствовал боли, пытаясь сбить пламя. Вдруг рядом со мной очутился Проэф. Он тоже накинул свою рясу на тело Лиссандра. Внезапно гул пламени и крики прекратились. Готовясь к худшему, я ожидал найти моего господина мертвым. Я отдернул свой обгоревший плащ, хотя в воздухе витал тошнотворный запах горелого мяса. Лиссандр оказался невредим. Он был без сознания, но в остальном ни единой царапины, ни единого разрыва. Как это могло случиться? Непонятно. Что за фокус, я не пойму. Лиссандр остался... Текст просто... Лиссандр остался невредим в пламени, объявшем его тело. А вот мы с Проэфа получили ожоги при этом происшествии. Адамусу удалось исцелить наши руки, покрывшиеся волдырями, но их по-прежнему болезненно покалывало. Я даже не мог уснуть. Странные слова моего господина постоянно отдавались у меня в ушах, заглушая рев пламени. «Освободи меня!» — сказал он. «Освободить его!» Но здесь и по-прежнему командует... Он командует своим войском. «Да ладно!» Пока непонятно. Нынешним утром я зашел ко мне в шатер пораньше и распорядился, чтобы все были готовы выступить через полчаса. Он уже был облачен в доспехи. Я удивился, почему он не позвал меня помочь надеть латы, но так и не успел спросить. Ну, вечно не успевает. Не успел сказать, не успел спросить. Я был слишком занят подготовкой войска к походу. Походу, да. Адамус был, пожалуй, единственным человеком, с которым разговаривал Лиссандр после той загадочной истории с огнем. Был ли мой господин недоволен мною по какой-либо причине? Позже я узнал от Проэфа кое-какие подробности частных бесед моего господина с Адамусом. Возможно, нас породнили полученные ожоги, или же меня впечатлила та прыть, с которой среагировал Проэфа, когда мы пытались спасти жизнь Лиссандру. Но мое отношение к шумному священнику изменилось. Теперь я понимал, что чревоугодие и питье мое
не является проявлением себелюбия. Он просто стремится вкушать радости жизни в полной мере. Ну тогда. И он был единственным человеком, с кем я мог поговорить с тех пор, как мой господин сделался таким молчаливым. «Думаю, я лучше понимаю, что творится с Лиссандром», — сказал мне Проэфен. «Правда?» — удивился я. «Так, пожалуйста, объясни мне, ибо я до сих пор не понимаю, как ему удалось выйти невредимым из этого огня». «Ну, это такая штука. Духовное единство. Часть души Лиссандра заполнена ангелом». «О-о-о, понесло! Мы смотрим на него и видим Лиссандра, а на самом деле внутри он ангел». «Что? Как такое возможно?» «Кто-то поймал ангела тут поблизости. Он терпит невыносимую муку». «А-а-а, вот откуда огонь, огонь!» «Ну, здесь есть как бы... Ну, ангелы для героев — это стандартная тема. Не думайте, что это какой-то наркоманский текст. Ангелы в мире и прошлом, и в новом, они существуют, воскрешают, летают, повышают мораль. Все нормально у них. Ненавидят демонов». Какая же музыка прекрасная. «Но если Лиссандр поменялся местами с этим ангелом, то теперь он тоже страдает, да?» «Да! Постоянно горит заживо. Но не умирает и не теряет сознание. Вот ужас-то», — сказал Проэфа. Его зычный голос надломился под напором чувства. «И как мог Лиссандр согласиться на подобное? Или же Оракул Рассвета заставила его пойти на это? Проклятие на нее и на ее испытание!» «Пшеклянство!» Давайте посмотрим, что от нас хотят здесь. «Перед нами была еще одна башня Оракула, но дверь ее была заперта. Когда Проэфа попытался ее взломать, мы услышали бесплотный голос, отдававшийся эхом в сводах. Лишь двое из вас могут пройти. Один из известный как Лиссандр и ангел по имени Таэ Этелон». Это он. Эталон. «И так я впервые понадеялся, что присвоивший душ моего господина все еще жив». То есть разделиться нам нужно, да? Предлагаю разделиться. Остальными предлагаю пройти в телепорт. Проследовать... О, тут была вилка. Заодно трубчик возьмем. «Лишь тот, кто перенес все мои испытания, пройдет». Ага, проходим. Загадка. «Лишь тот, кто перенес все мои испытания, пройдет». «Лишь тот, кто перенес все мои испытания, пройдет». Что ты хочешь от меня? Не подсказывайте, друзья. Неплохо. И куда же ведет меня дорожка-то эта скользкая? Пандорочка. «Хотя и руки Лиссандра потянулись оттереть магическую темницу, открыл ее Таэн Этелон. В небо ударил столб пламени, отбросив Лиссандра на землю, где он остался лежать неподвижным. Затем пламя внезапно затихло, и распахнулись два огромных крыла ангела, выбравшегося на свободу. Я подскочил к моему господину и, присев, положил его голову себе на колени». Да что ж он начинает-то опять? «По выражению замешательства и усталости на его лице я понял, что его душа снова в его теле, и крикнул, чтобы принесли воды». «Лучше что-нибудь покрепче, будет в самый раз. Это успокоит нервы и снимает боль», — сказал Проэфа, протягивая мне одну из своих фляжек. Одну из, понимаете? Мысль была удачной. Постепенно краска вернулась на лицо Лиссандра, и он открыл глаза, вглядевшись сначала в мое лицо, а потом в лицо Проэфа. И тут подле нас спустился Таэ Этелон. «Как он?» — спросил ангел. «Я поправлюсь», — сказал Лиссандр. «А ты как?» Таэ Этелон склонился и поцеловал моего господина в лоб. «Теперь, друзья навек, я помогу тебе найти Оракула». «У меня было много дел, но я не желал оставлять моего господина». Проэфа заметил мои сомнения и положил мне руку на плечо. «Что ж ты не...
«Иди, готовь войска, мы с Адамусом позаботимся о нем», — заверил он. «Священники мы или кто?» «К полудню. К полудню мы были готовы вновь приняться за поиски Оракула Рассвета. Класс». Блин. Так, а на чем мы, где мы, почему мы? Односторонний портал. Окей. Проверим сейчас, пропустят ли моего господина. Ах ты тварь. А, журнал заданий есть. Нужно быть Лиссандром и привести с собой ангела, чтобы пройти. А, у нас же появился ангел. Ангел. Лиссандр с ангелом, Тае Этелоном, одновременно коснулись двери и башни Оракула, просто исчезла. «Ты прошел испытание! Последнее!» — сказал Тае Этелон, возложив руку на плечо Лиссандра. «Окей. Может мне вернуться к дереву сзади, пока не поздно?» «Вы набрели на выщербленные ступени лестницы, уходящие во мрак». «Жалко, мы не успеем к тому дереву». Вот и к Оракулу приходим уже более опытными. Смотрим. Немного текста. Я ожидал, что Оракул Рассвета окажется седовласой, сморщенной, сгорбленной собственным мистическим могуществом старухой. Она же оказалась женщиной примерно моего возраста, привлекательной и здоровой наружности, с вьющимися волосами и спадающими на плечи. Оракул была одета в простое желтое платье, прихваченное в талии серебряной цепочкой. Она водила веником по золотым и голубым узором на полу. Я даже не сразу понял, что там изображен восход солнца, настолько приковала к себе внимание эта женщина. «Ты Оракул Рассвета?» — спросил лорд Лиссандр. Возле него стоял Адамус. Мы с Проэфа остались поодаль. «Это я!» Прежде чем подойти к моему господину, Оракул пересекла комнату и поставила свой веник, прислонив к колонне. Она посмотрела Лиссандру в глаза и улыбнулась. «Ну ты едва не сдался!» Сказала она. «Пару раз». «Я знаю. Но ты пришел сюда? Это уже свидетельствует хотя бы о твоем мужестве, если не о предназначении. Так что ж ты просишь у меня, лорд Лиссандр?» Оракул жестом пригласила нас следовать за ней в дальний конец храма, где находилось широкое окно. «А ты не знаешь?» Спросил Лиссандр. «Я знаю все. Но хотела бы, чтобы ты подумал над вопросом, который хочешь задать. Каков будет лорд Лиссандр? Спросишь ли ты о прошлом сэра Вортона или же о своем собственном?» Лиссандр не ответил. И впервые я увидел, как его раздирает внутреннее противоречие. Каким же я был глупцом, конечно. Такие, как Оракул, могли бы открыть ему, где находятся его братья и сестры. Долгие поиски моего господина могли бы закончиться, стоит ли ему лишь спросить, где искать. Но тогда он не получит сведений, необходимых для разоблачения лжи Вортона и спасения Палаэдры. Какой трудный выбор. Это было несправедливо. Я не выдержал и выступил вперед. Почему бы не рассказать ему и то, и другое? Запятую забыл. Он заслужил это. Он прошел через все твои испытания. Оракул повернулась ко мне, однако выражение ее лица нельзя было разобрать. Лиссандр же был раздосадован. «Милтон!» — перекрикнул он. «Не будь невежей!» Я попятился назад, норовя исчезнуть с глаз, но в душе я злился на Оракула Рассвета. «Так каков он будет, лорд Лиссандр? Я могу тебе сказать, что твои... Ой, сейчас фолька проявится!» «Я могу тебе сказать, что твои родичи по-прежнему в этом мире?» «Я могла бы даже подсказать, где они!» И снова Лиссандр заколебался. «Заколебался, Лиссандр!» «Или мне помочь тебе раскрыть тайну прошлого сэра Вортона?» «Все, что тебе нужно, лишь спросить!» Казалось, прошла вечность, пока, наконец, Лиссандр собрался с духом и сказал: «Расскажи мне о прошлом сэра Вортона. Сэр Вортон Грифонхат». «Грифонхат?» Такая же пауза предшествовала ответу Оракула Рассвета. Она повернулась к окну
и какое-то время глядела в голубое небо. Наконец она взяла руку Лиссандра и погладила ее почти ласково. «Коль ищешь кровь, ищи булат. Ступай к колесам, нет пути назад». Ах, помогла. Что? А, еще скролл. «Спасибо тебе», — сказал Лиссандр. Мой господин наклонился и поцеловал ей руку. Она улыбнулась и сказала: «Ты в большей степени часть Палаэдры, чем даже сам можешь представить. Удачи тебе!» Наша аудиенция закончилась, и мы собрались отбыть. Я выходил последним и вдруг услышал, как Оракул окликнула меня по имени, выбрала в пачку и окликнула. «Да?» — взволнованно отозвался я. «Не держит ли она зла на меня за то, что я вмешался?» «Какова твоя цель?» — спросила она. «Что?» «Какова твоя цель, рыцарь Милтон? Для чего ты существуешь?» «Это такой намек, что я бесполезный, что ли?» Я не знал, какого ответа она от меня ждала, поэтому я сказал первое, что пришло на ум. «Чтобы служить моему господину, Лиссандру». «Так». «Так ли это?» произнесла она с сомнением, словно знала нечто такое, чего не знал я. «Да ладно, опять!» «Догадались? Не спойлерите!» Оракул Рассвета вновь взяла за свой веник. «Фуклау поддержал ваш канал на 100 рублей. Да, да, не хватает. Надо пригласить Тику и БСП, звонить, чем это озвучивать». Ну, первое, что приходит в голову, что это его... Они, у них родственные связи. То есть он его, например, меньше брат, там, по какой-то линии, там, бла-бла-бла-бла-бла. Оракул Рассвета вновь взялась за свой веник, оставив меня еще более озадаченным, чем я был, когда вошел сюда. Е-е-е, победа! Изи просто. Вторая миссия. Кто-то говорил, что сложная. Вообще без проблем. «Нас окружал ужасный мир. Даже смертоносный. Но прятаться от него не выход». Да ладно. «Не все это понимали. Поэтому лорд Лиссандр ожидал столкнуться с определенными трудностями, когда мы вступили в изолированную область под названием Колеса. Колеса. Но даже не он колеса. Не предполагал, насколько упорно они будут сражаться». Так. Условия победы. Найти Дизету. Потеря Лиссандра или Проэфа, или падение на заставу... Нападение на заставу Глен. Слушай, с карты ученик. Да можно мне посерьезнее уже давать? Переходит Лиссандр, Прайф и два ваших самых могущественных героя со всеми заклинаниями. 30 уровнем ограничены. Хорошо. Примерно через неделю после нашей встречи с Оракулом Рассвета мы дошли до рубежей мятежной провинции, носящей название Колеса. Уцелевшие после расплаты и винившие в крушении Старого Мира правителей вроде королевы Катерины, короля Килгора, видимо, несколько лет назад они основали здесь общину, связанную единым девизом. «Вы нас не тронете, мы вас не тронем». До настоящего времени лорд Лиссандр был им даже благодарен за такую позицию. Ему хватало и собственных забот. Но опыт общения с баронами колес, заставил его понять одну вещь. Они ни за что не пустят его на свои земли добром, тем более с войском. С вершины холма мы всматривались в земли колес. Ладно, пусть будут колеса. За границей. Утром мы выступим на территорию врага. «Я повторю, Оракул не стоит потраченных на нее усилий», — сказал Проэфа. Адамус укоризненно покачал головой и молвил: «Мой дорогой Проэфа, Оракулу часто дают ответы на загадки, над которыми мы сами могли бы даже не задуматься». «Ага, они подвергают тебя испытаниям, которые не каждый сдюжит. Если ты выживешь, как наш бравый лорд Лиссандр, они дают тебе загадку вместо ответа. И что в этом хорошего?» «Знание не дается легко», — отрешенно заметил Лиссандр. Он сделался еще более холоден после посещения Оракула. Адамус добавил: «Ты понял значение загадки Оракула, лорд Лиссандр?» «Пока не полностью». «Коль ищешь кровь, ищи булат. Ступай к колесам, нет пути назад». Адамус повторил загадку Оракула Рассвета.
Очевидно, мне предлагается прийти сюда, в колеса, — сказал Лиссандр. — А ищешь кровь относится к моей миссии. Я ведь ищу собственную кровь, истинную кровь сэра Вортона, его настоящих родителей. А при чем тут Булат? На это я не могу ответить. Ответ придет со временем, — уверенно сказал Адамус. Прайфа презрительно фыркнул, но, к счастью, вместо того, чтобы высказать свое мнение, он приложился к кляшке. Лиссандр встал, оставив нетронутой большую часть ужина. «Завтра мы выступим на опасную землю», — сказал он, словно извиняясь. «Все наши прежние попытки вразумить баронов, колес, отверглись немедленно и грубо. Что ж, больше у меня нет времени на дипломатию». «Это прискорбно», — сказал Адамус. «А я не прочь хорошо подраться», — хвастливо заявил Прайфа. Лиссандр уединился в своем шатре. Он был печален. Он скорбел об утрате лучшего и, возможно, последнего шанса найти своих родичей. И снова я выругал Оракула Рассвета за то, что она заставила его выбирать между семьей и Палаэдрой. Да, о, четыре героя, фух, сейчас вплетиться будем. Карта серьезная, ресурсов немного, герои у нас опытные. 21 уровень, элементали рядышком. Повозочка. Лечение. Wait. Ох, вот эти вот 300 хитов неприятные. Надо снова подставлять нашего милишника. Шоп танковал. А если бы я с армией пошел? Здесь бы были такие конские потери. 100%. 100%. Так нормально. Можно было провести все равно без серьезных потерь, типа подставив героев, там как-то расположить, чтобы не могли атаковать. Но танкуют герои изумительно. О-о-о! Этим утром мы зашли в маленький придорожный трактир, и, к моему удивлению, мой господин послал купить хлеба и прочего провианта Проэфа. Обычно он занимался подобными земными делами сам или отправлял меня. Когда мы остались вне досягаемости чужого слуха, я спросил его, почему он так сделал. «А ты не находишь, что человек, так хорошо знакомый с тавернами, как Проэфа, лучше знает, как вызнать сведения у завсегдатаев?» Или завсегдатаях, я так не помню, как правильно. Сказал Лиссандр. Конечно, он был прав. Проэфа вернулся через час небольшим, стаща на своих широких плечах несколько мешков. Его лицо лишь слегка покраснело. «Я дам 10 оракулов за одного министреля», — заявил Проэфа, сбросив ношу на землю. «Что ты имеешь в виду?» Няки говорит, завсегда таев. «Нормально, спасибо, помог. Я как раз чатик посмотрел для того, чтобы узнать, как правильно. Няки прям написал без проблем. Спасибо. Выручил». Министрели живут тем, что кочуют от одной таверны к другой и поют, зарабатывая на ужин. Они слышали все вокруг. Слышат все вокруг. Постоянно ищут истории для хорошей песни, как я полагаю. Так или иначе, языки у них развязываются за пару монет. «Так что ты узнал?» «Ну, — сказал Проэфа, — сэр Вортон был в колесах пару лет назад. Заезжал ненадолго и подарил кучу золота этим баронам. А взамен они позволили ему построить заставу где-то на юге». «Заставу? А что же он там хранит?» — спросил я. Проэфа пожал плечами. «Вот этого никто не знает наверняка. Кто-то говорит, что золото, но самая интересная история связана с женщиной, которая живет по другую сторону заставы». «Жена?» — предположил Лиссандр. «Надеюсь, что нет. Она гораздо старше его». Тут заговорил Адамус. «Да то ли». «Месси, — говорит, — завсегдатай». «Не, завсегдатай». «Завсегдатай». «Хорошо, спасибо». Дотоли молчавший. Такие слова интересные, просто забытые. Дотоли, да, дотоли и дотоли.
Лиссандр дружески положил руку на плечо Прайфа и спросил. А Министрель не знает, где именно живет эта женщина? Увы, нет. Он слышал эту историю от другого Министреля, сказал Прайф. Все равно это очень полезные сведения, сказал Лиссандр. Мне эти сведения казались туманными, но я вынужден был признать, что лучших зацепок у нас нет. Минус 25 золота. Неплохо. Нектар бессмертия и зелье мага. Опыт берем. Опыт. Да, давай. Мне кажется, я зря так просто мудрю. Все равно я не хочу сейчас, например, войсками вперед идти. Явился посланник под флагом Калеос в сопровождении двух рыцарей. Они стали у нас на пути в ожидании официальной делегации. «Прайфа», — сказал Лиссандр. «Я оставляю тебя за главного. Они выслали троих, мы пойдем тем же числом. Адамус, Мильтон, следуйте за мной». Я развернул стяг Палаэдры и последовал за ними. Мы стали в 40 локтях от посланников. «Я представляю баронов Калеос. До сих пор мы думали, что Палаэдра оставила нас в покое, но вы нарушили наши границы. Мы требуем, чтобы вы немедленно вернулись и никогда больше не приходили сюда», — сказал посланник. Лиссандр думал всего одно мгновение. По нему никак не было видно, что резкие речи задели его. «Передайте слова баронам Калеос», — выкрикнул он. «Я, Лиссандр, лорд Палаэдры, мне нет дела ни до Калеос, ни до их земель, но я не уйду. Я пришел сюда с миссией, которую мне необходимо выполнить. Я даю слово чести, что приду с миром и уйду, как только мое задание будет выполнено». «Это неприемлемо! Прикажешь верить на слово всякому, кто вторгается в наши земли с войском?» На этот раз я заметил, как Лиссандр сжал кулаки. Он не привык, чтобы его слово чести подвергалось сомнению. «Я не прошу тебя верить слову всякого, только моему. Я пытаюсь избежать войны здесь», — сказал Лиссандр. «Тогда тебе следует никогда не ступать ногой на землю Калеос». «Калеос, блин, меня все смущают колеса». «Уходи, если ты действительно хочешь избежать войны». «Этого я сделать не могу». «Тогда нам больше не о чем говорить, верно? Ты проклянешь тот день, когда сел за баранку, когда нарушил границы Калеос, лорд Лиссандр. Скоро Палаэдре придется искать себе нового короля». И посланник поспешно ускакал, не оставив возможности для ответа. Лиссандр, казалось, был раздражен, но не удивлен. «Неужели не сыщется ни одного разумного человека во всех колесах?» Задал он риторический вопрос. «О, и здесь риторический вопрос есть, ребят!» «Помни, — сказал Адамус, — мы все пришли из одного мира, даже из одной страны. Они лишились своих домов, они потеряли родичей в войне и в апокалипсисе. Их поведение может быть неприятно, но все же его можно понять. В любом случае, совершится кровопролитие там, где его быть не должно», — вздохнул Лиссандр, а затем тоже повернул коня, чтобы вернуться к войску. «Ну, что же делать? Бароны, они такие безликие, заинтересованные только в одном. Да, врагов становится все больше и больше, но ничего. Верхних убиваем. Много урона просто. Я бы тоже отступил, чтобы пострелять. По хаткейм ближнем бою можно сказать? Да, под хаткейм можно. Хаткей — это скорее такое. Оно не испортит. Добиваем. И зачем тут нужна армия основная? Так, продвигаемся дальше. Странно, что они не добежали до меня. Нифига себе, они тут понаписали. Когда разведчики доложили, что за нами с утра следует какая-то повозка, я вызвался выяснить, в чем дело. Лиссандр настоял, чтобы я взял с собой нескольких солдат. Мы оторвались от основного войска и спрятались в придорожных кустах. Несомненно, этот фургон с темным верхом шел по нашему следу. Правилом коренастый пожилой мужчина с сильными руками. Рядом с ним сидел, положив на арбалет на колени, еще более приземистый человек с длинной каштановой бородой. Нет, погодите, это был не человек, а гном! Когда фургон поравнялся с нашим укрытием, мы выскочили на дорогу и окружили его. «Не с места!» — прокричал я. Возница
мог бы погнать повозку. Возница, наверное. Возница мог бы погнать повозку вперед, но у всех нас были спрятаны лошади в кустах. Ну вот хорошо, как. Вот хорошо, когда у каждого есть конь в кустах, да, спрятанный. На всякий случай. И мы бы его все равно догнали. Гном поднял арбалет и нацелил его мне в грудь, сразу распознав во мне командира. «Вы не разбойники!» Сказал. «Вы не разбойники!» Как гномы говорят. Сказала возница. «Вы носите цвет паледры!» «Я не гном. У меня рост не тот». «Да, мы верные солдаты Лиссандера, лорда Паледры. А вы следовали за нами. Говорите, зачем?» К моему великому облегчению гном опустил арбалет и сказал. «А никаких дурных мыслей. Мы просто хотели нагнать вас и, возможно, немного заработать». «Да, мы Мод и Бауда, кузнецы выдающегося мастерства», — сказала возница. «То есть Бауда и Мод», — быстро поправил другой. «А, они еще не определились с названием компании». Мод возница вздохнул, но не ответил на эту поправку. «Будь то оружие, которое режет вражеские доспехи, как хлеб, или броня, которой разлетаются вражеские мечи, Мод и Бауда все умеют делать». Я опустил свой меч. Эти двое явно не представляли угрозы. «У нас собственные оружейники». «А, у нас собственные оружейники, простите. Вот только мы сейчас идем без армора, без там оружия, без луков. Умник». «Да как только мы покажем тебе образцы нашей работы, ты тут же разгонишь своих кузнецов», — сказал Мод. «Оставь его», — сказал Бауда. «Нехорошо будет, если из-за нас выгонят собратьев по цеху». Я уж собрался уйти, но тут Мод сказал. «Да никто из этих братьев по цеху не помог нам с тех самых пор, как мы покинули заставу Глен». «А, что?» — обернулся я. «Вы работали на заставе Глен?» Ошибочно истолковав мой интерес как желание купить товар, Мод похлопал своего напарника по плечу и сказал. «Конечно! Конечно! Нас снял сам капитан Ферд!» «Снял. Нас нанял сам капитан. Ну, нанял и сам, я сразу прочитал. Нас снял сам капитан. Едва только увидел, какое у нас замечательное оружие. Лучшей возможности заставить этих разгоровщиков кузнецов говорить только по делу и выудить из них сведения можно лишь заняв их работой. Поэтому я нанял их, не торгуясь. После этого они весьма охотно отвечали на все мои вопросы об их работе на заставе Глен». «Капитан Ферд — мужик нормальный, только на деньги маленько скаредный. Все норовил купить у нас подешевле», — сказал Бауду. «Зануда порядочная, я бы так сказал», — заметил Мод. «Вечно ему все не нравилось. Может, переживал из-за того, что ему приходилось охранять какую-то старуху. Я улыбался, всячески поощрял их бесконечную болтовню. Лорду Лиссандеру стоило бы послушать, что рассказывают Мод и Бауда. Только за прошлые слухи мы отдали 25 золотых, а здесь 2 косаря». Блин. Правда, я коцаный, надо было подлечиться. Особенно учитывая то, что... Да маги, шот не был. Делаем 2 раза уэйт стрелками. И дальше в 2 хода разбегаемся и стреляем. 1, 2. 3. Да, лечением снимается яд. Я просто перевязку делал. Черт его знает, зачем мне ресурсы на этой карте. Адамус и Проэфа вошли в шатер моего господина и тут же склонились над столом с военными картами. Он начертил приблизительную карту колес, а в одной удаленной области поставил большой красный крест. Лиссандер ткнул пальцем в это место. «Вот она где», — сказал он. «Кто это?» — спросил Проэфа. «Мать Вортона. Я уверен в этом. Кузнецы гарнизона Глен нам очень помогли. Я даже знаю ее имя. Дизетта». «Итак, все, что нам нужно сделать, это пройти через заставу Глен. С ним можно как-нибудь договориться или же подкупить?» «А это Адамус говорил», — спросил Адамус. Лиссандер покачал головой и сказал. «Сомневаюсь. У командира гарнизона капитана Ферта давно уже руки чешутся подраться. Кузнецы утверждают, что он хорошо подготовился к битве и ждет ее». «Так он ее получит», — храбро прорычал Проэфа. «Не все так просто. У капитана Ферта явно есть приказ убить Дизетту, как только он заметит приближение моей армии к заставе». «И он действительно это сделает? Убьет невинную женщину?» — спросил Адамус. «Не знаю.
Он занимает этот пост уже 2 года, очевидно, он очень предан начальству. Нельзя исключать того, что он выполнит приказ, поэтому я разработал иной план, сказал Лиссандр. Лиссандр принялся объяснять, что где-то за заставой Глен есть старый магический портал. Им никто больше не пользуется, поэтому капитан Ферд едва ли ожидает подхода армии с этого направления. Мы зайдем в тыл заставы Глен и дадим капитану Ферту один шанс сдаться. Если он откажется, мы атакуем. Я не собираюсь давать ему возможность подослать дезете убийц. То есть банальный шантаж, да? Взяли маму и все. И контролят действия сына. Длинный лук. Ладно, давайте, друзья, на сегодня хватит, потому что уже почти 4 часа, я тороплюсь, много текста, все дела. Начинаю уже искать подсказки, это не нужно.